Всем привет, дорогие друзья, подписчики, а также гости этого канала. Пять известных российских актеров, у которых жены старше на 10 и более лет. В актерской среде очень часто случаются служебные романы. А также есть такие пары, у которых жены намного старше. Как говорится, любви все возрасты покорны. Владимир Кимельман. В студенческие годы будущей женой Владимира оказалась его преподавательница Евгения Дмитриева. Она же работает и актрисой. Она известная и популярная актриса. У студента и преподавателя были чувства друг к другу. Они долго скрывали свой роман, чтобы не было никаких слухов. Но в итоге пара сыграла свадьбу. Также известно, что Евгения старше мужа на 19 лет. Актеры состоят в счастливом браке уже более 10 лет. У этой пары подрастает два ребенка – дочь и сын. Александр Асташонок. Александр Асташонок – известный солист популярной группы «Корни». А также он стал известным и популярным актером, который снимается в основном в мелодраматических сериалах. Александр младше своей супруги Елены Веркшиновской почти на 14 лет. Эта пара вместе уже более 18 лет. У них есть одна единственная дочь Виктория, которую Александр назвал в честь своего хита «С днем рождения, Вика». Также супружеская пара думает и о втором ребенке. Возможно, даже в планах взять маленького ребенка из детского дома или приюта. Александр и Елена живут в счастливом семейном браке. Они любят друг друга, даже несмотря на такую разницу в возрасте. Алексей Красноцветов. Актриса Ирина Сотикова – жена Алексея Красноцветова. Она старше своего избранника на 14 лет. В начале отношений Ирине не очень нравилась такая большая для нее разница в возрасте. Но Алексей сумел доказать, что любви все возрасты покорны и разница в 14 лет не является такой критичной. И вообще, она не горела желанием выходить замуж за того, кто связан с актерской деятельностью. Но любовь к Алексею все перевернула. Алексей любит свою жену и делает все, чтобы она была счастлива рядом с ним и не чувствовала эту разницу в возрасте. Сейчас пара вместе уже более 10 лет. Александр Нестеров. Жена актера Александра Нестерова – известная актриса Нона Гришаева. Разница в возрасте у пары составляет 12 лет, но эта цифра совершенно их не смущает, они даже не замечают разницы. Когда Александр начал ухаживать за Ноной, актриса, конечно, не смогла устоять перед таким кавалером. Они сыграли свадьбу, и позже у них родился сын, которого они назвали Ильей. В интернете были слухи о разводе супружеской пары, но это неправда. Александр и Нона счастливы в браке уже более 14 лет. Сергей Маковецкий. Съемки фильма свели Сергея Маковецкого и его супругу Елену Демченко. Супруги женаты уже более 40 лет. Эта пара очень крепкая и является примером для всех других пар. Жена Сергея старше любимого супруга на 18 лет. Но эта разница в возрасте не помешала им любить друг друга. Правда, у Елены и Сергея нет общих детей, но у Елены есть сын Денис, который родился от первого брака, и Маковецкий стал настоящим отцом для ее сына. Пишите свое мнение в комментариях, а какие актерские пары вы еще знаете, где такая существенная разница возраста. Всем огромное спасибо за внимание. Желаю вам всего самого доброго, всего самого замечательного. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока.